самом деле, еще раз повторю, вы прекращены. И пока у вашего партнера есть желание двигаться за вашим дальним ключом, пожалуйста, этим воспользуйтесь. Ницкий. То, где находится ваш партнер, зависит только от вас. Сейчас он находится за вашей спиной. А вы допустили, что он за вашей спиной. Пускайте меня здесь. Это то, что он собирался сделать. Его задача. У него нет задачи подойти к вам и ждать, пока вы что-то будете делать. Да. Это его задача. Но я уже, конечно, потом, если этого допустить, каким образом избежать. Накручиваю. Это рука, которая ближе ко мне.